Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила пожарить 1000 лепешечек. Посмотрим, что выйдет из этой идеи. Поехали! Сначала приготовим опару. В теплую воду отправляем муку, дрожжи и сахар. Хорошенько размешаю. Получается вот такое жидкое тесто. Накрываю опару пищевой пленкой и оставляем на 10 минут для того, чтобы опара поднялась. Тесто сегодня я буду замешивать в миксере. В чашу миксера я уже набрала 3 литра теплого молока. Сюда отправляем нашу уже готовую опару. Аккуратненько вливаем. Сюда же мы отправляем яйца. Разбиваем. Одно яйцо. Сюда же отправляю соль и муку. Муку надо класть в тесто постепенно. Сначала размешиваю на маленькой скорости, а потом уже прибавляю. Тесто готово. Накрываем тесто шапочкой и оставляем на 40 минут на расстойку. Тесто подошло. Посмотрите, какая высокая шапочка. Давайте откроем тесто. Тут немножечко тесто застряло, прикипло. Но ничего страшного, сейчас вытащим. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь отрываем по маленькому кусочку и формируем шарик. Оставляем здесь. Немножечко берем тесто и катаем из теста колбаску. Эту колбаску делим на несколько частей. Я разделяю скребком. Катаем шарики из теста и кладем на доску. Лепешечки жарю на растительном масле. Этого достаточно. Обжариваем лепешечки.
Посыпаю готовые лепешечки мелко нарезанной зеленью и луком. Друзья, вот и готовы все лепешки. Они получились очень хрустящими и ароматными. Друзья, вы, наверное, хотите знать, куда я дену столько лепешек. На самом деле, я приготовила их дорогим врачам, которые день и ночь трудятся, лечат и борются с COVID-19. Уважаемые врачи, приятного аппетита! Берегите себя! Спасибо вам! Всем пока! Спасибо за проявленный к нам интерес, за то, что называете врачей, за то, что всегда их помните и уважаете. Ну, слова благодарности, за то, что обращаете внимание на свои темы, помогаете, поддерживаете. Спасибо большое.